стороны. А? Ну, дружим с той стороны разлился. Не, ну Святос прям армс ебашит. Прям красава. Хороший проходной ДПС. Забагал, да? Не особо шарю, как это делаешь. Я тоже, вот надо понять смысл механики. Нужно, чтобы поглощал слизень тот, который стоит, или тот, который двигается на того, который стоит. Надо понять, блядь. Вот если вот эту хуйню четко понять, то можно каждый раз багать. Фонкич, что с тобой? Почему такой ДПС по тебе проходит? В луже, может, стоит, а может, вылетел. Не знаю, где он там, ну-ка. Я сейчас у него зубы отдала, потому что он чуть не отъехал. Может, дебаф был, не? Или в луже, наверное, стоял. В том-то и проблема, дебаф это у меня отображают. Значит, не отходит от этой, как он называется? А, нет, он... Поставь немножко блок. Немножко сдвиньтесь, блядь, что-то не ходит. А мог бы просто налево сместиться. Немножко вам посвободнее сделал. Это, кстати, ты про товар плюнул в центр на нас. Слизня. Нет, я не должен. Мне по-другому не мог его забрать никак. Ну это тебе ж не ДК. Тут про товаром очень сложно. Рокает хоть бдилка, там тут кдешивается у тебя. Ну видишь, он не всегда, если ты парируешь, то он не откдешивается. Ну да, да. Травма. Если типа хилам не надо, там смотрите. Ага. Так, боешка. Это же боешка. Так, плечо какое-то с духом. Беспонтовое. Кровь там так и никому не надо было. Странно, я не представляю, на кого это надо. Это? Ну я не знаю, на ПВП берут там. Какие-нибудь вары. На голову? Нет, это, блядь, плечи. Да это боешка ебаная, ну типа покупают для этой итем-левела, блядь. Итем-левела, да. Сумоньте на это, на квест нас. Кила, войда. Мы еще бежим. Ну как добежите там. Букля первый по ДПСу, блядь. Сочный второй, Вадикон третий. Ну тут слизней, конечно, уешили, это все понятно. Анименик. Это у нас Афлик. БДК на пятом месте. Ё-моё, что такое? На шестом этот Энх. Бля, Энх вообще нормально. Говорят, фросты хорошо начали лупить. Чё, сдаем квест. Там багруха у вас, открывайте сразу. Не, нихуя. Так, я вот думаю, Вальку разъебать, нет? Пошли через... Пошли на мост, идите сюда. Да кого она бьется 20 секунд, блядь? Подходите сюда на мост. Там можно сразу двух убить. А да. Чё мы идём на сразу? На совет сейчас пойдем. Вот, хуярим эту. Вальку, назад, блядь, Вальку бьем, прием. Весь ДПС дайте, бурсты отдайте. Эти истерию дал, короче. И вторую мы сейчас. Вторую. Звездочку захуяривайте, после нее уже вторую. Чисто по Вальке хуярьте. Брусты, крылья, там всю хуйню. Кого, кстати, предание уходит?
Надо точно. А хуй знает. Твоя. Кого поймала, в того кинула. Кого-нибудь из сов, я вам сразу говорю. Какую-то из четырех сов увидела, ту, что поближе кинула. На кого бог пошлет, короче. Понятно. Ну то вы схему поняли, надо просто ближе стоять. Да. Не обязательно, у меня хорошее отдаление. И прямо под носом я с меньшей вероятностью увижу сову. Тут на трэше осторожно. Напуливайте, смотрите за агро там. Аккуратно прям играйте. А то мобы могут шотнуть. Вот этому верховным магам вот эти косты сбивайте. Сейчас из этой пачки это рослого бейте, самого высокого моба. Так, сейчас какой-нибудь друид. Это три тактика ебанем лапкой загрите. Остальные стойте здесь, не поднимайтесь на лестнице. Ну вот тактик первый. Лук свой. Ага, блять, натуре я забываю постоянно. Этот подхватывай вар. Второго зря, конечно. Сначала звездочку, потом. Это, подбегите все вот сюда, давай на лестницу. Вот сюда на лестницу встаньте в тактиков этих, чтобы они вниз не портовались. Подбегите в одну точку все. Могу изгнание кинуть. Не, не надо, звезду бейте потом без метки. Станем. Так, что-то Вадикона хуярит. Ну, вар, ты что ты? Так, где там? Наше ломление, станем ваше ломление. Вон еще моб. Вот звездочку поставил. Ебаните кто-то лапку, сова какая-нибудь. Мне ЛПшку сразу дам. Звездочку поставил. Все. Так, сейчас, короче, надо будет законтролить лейтенантов. Давай. И ВБ законтролишь квадрат, и кто останется, мы словим. Акилая, давай треугольник законтролишь, только после, не сейчас. Давай, и ВБ контроль, квадрат. Все, что останется, бежим, бьем первого череп. Вот он грипнул. Там гнев небес, давайте, иди за арм по рыцарям. Батя не хуярят. У тебя вар не вкачан талант охрана? Вкачан? Все, сейчас лейтенанта разъебываем. Что-то прослушал, вкачан или нет? Очень вкачан. А, ну ты вообще топовый получается. Сейчас этого моба добиваем. И ВБ или килая, давайте по треугольнику. Этот оковы и Ваню ресайте. Все, все остальное идет, вот два моба. Можете уже сюда заходить. Сюда заходите. Ага, поудобнее. Рослый стоит, пускай стоит, тут этих двух убьем. Оковы обновите на лейтенанте. Я понял. Ярим. Так, кто-то подбегите, дайте
И вы бы в лейтенанта Идиаковы кинь, и в тактика ебаните, как он называется, лапку. Я его грипну, и ЛПшку дам. Командора. Вар, забирай командора. Командор Норрингтон. Ай, блять. Так, Вар, ну на килесите, да, постоишь? Вот я не знаю, у меня ТП хватит. 4-0. У меня просто есть эти ХП побольше, но там 4 ХП. Не надо никакое ХП, надо просто сферки, чтобы на тебе были и все. Ну ты шаришь, да, за сферки, за всю эту хуйню? Да. Ну и все. Верик последнего моба. Да там хули там удар грома и все. Все, бафы обновляем, там кто панул. Рыбу ешьте, если вроде нет. Надо рыбу, тоже мне нету. Я на двоих. Функич с Алкиной напуливаете на Войда. Талдрама и Волонара там, ну, максимальным дамагом, как можете. Есть рыба? На кинетике будет. Три лока и хант. Ого, афлик на кинетику, жестко. Да. Ну, ладно, это... Давай тогда... Короче, все на кинетике, главное, чтобы они не падали. Совы там увидели, подбили, два гнева кинули и дальше. Есть рыба? Нет, что-то не вижу. Масочка есть какой-нибудь поставим? Есть. Да, есть. Дайте, пожалуйста. Прием. Рыба есть? Нет? У меня хуевая рыба. Букля готов? А где рыба? Не знаю. Не хотят ставить. Вон, сейчас возьмут, наверное. Сейчас поставлю. Ты поставишь или я? Все, вон стоит. За гротом смотрите, сильно не мечтайте там с пула. Все, чек на пул. Ты там от келеси этой стороны стой, там что-нибудь кинь в него топор или вот эту хуйню, чтобы он на тебя пошел. Ну я не знаю, как ты вартанчить будешь, сейчас посмотрю. Ну если вдруг вар упадет, я попробую забрать. Все, поехали, ебашим. Не надо пока. Так, первую незыбку дал на этот вихрь вам. Нужно быть нормально. Чем? Вот и Гера. Аккуратненько, пожалуйста, с первым сразу. Ну, уже колбас, конечно. Смотрите там, это, не сбейте сферки с фара. Если собьют, там сразу скажут, что ШВ нажмешь. Главное, не убейте сверху. Кинетика на пьедестале, вон, бейте. Подбегите, РДДшники, сюда. Луки на дерево сейчас сорвете агро. Агро не сорвите, келесета, кстати. Будете падать только, да. Все, Талдрама, идите бейте. Ну вот. Вара убила. Верните, пожалуйста. Я забрал. Не забирай. Все, Вара, забафайте. Сейчас с этой парашей отойдем подальше. Там пружинка, смотрите, откинет. Ну ты не видишь? Накапливай сферки.
Не беги туда, ну блять, ну что ты бежишь туда? Встань спокойно. Вар, встань спокойно там в углу и жди сферы, они возле Келесита появляются. Ну это когда вар упал. Совы, вот к этим дверям совы отойдите все, чтобы не получилось там, чтобы с него не ушли. Сейчас после Валанара будет Келесит. Там сферы уже накопятся. Вон, две сферы подбивайте, кинетики. А почему вар вообще упал? Заметили? Сейчас он расскажет. Почему ты упал? Ну, потому что отошел со сферами, чтобы не убил огромный босс. Я не бил босса. А, и тебя, наверное, ветерок откинул. Нет, меня ветерок откинул, просто босса не бил, босса сорвали, агро и все. Ты-то как сдох? Ядра ушли. Короче, блядь. Смотри, вот он, эти две привезли. Если вар вздыхает, это значит, ты сферки потерял, ты откинула или еще что-то. Или тебя не хилили. Или кто-нибудь забежал, а уешку дал, сверки у тебя ушли и... Все сферы умерли, то есть, как я должен выжить? А, сферы умерли, значит их подошли и захуярили, челики. Кто? Да. Вара там шотнула. Это был не прохил. Шотнула, потому что там любого шотнет, и когда сферы убивать. Не, почему эти ДК живут, когда панцирь? Я подошел, я попросил, говорю, сферы не бейте, то есть их начнут, ну, их продолжать. Все бить, понятно. Я вот. И просто если меня там комбо и кровь, слышишь? Да, да. Там король без меня подцепил. Это параша бесполезная. Где ну, кольцо так себе. У нас, по-моему, оно никому не нужно. Да. Там, короче... Мобов, если сагрите, то это осторожно, не сдохните там. Вон. Тактику стан, там, дизарм, всю хуйню, не сдохните. Искуситель Келеситов, рольте. Короче, на колечке два скорость вместо крита. Это на энха. Все, и вот эта параша нужна, голова с меткостью критом. Все понятно, нихуя не надо. Народ, если кому что надо, вы это. Желаете, да давайте это хотя бы плюсик ставьте. Это мусорный шмот, он никому особо не надо. Ну, если вагоны только были бы у нас. Блин, еще. Хотя я тут вагон, но мне тут тоже ничего из этого не надо. Пошли сейчас Вальку захилим, короче. Только ну руку нет. Какую руку? А, искуситель вот этот. Пошли на Вальку. Потом на профан пойдем. Так, руку искуситель, да? Ну кинешь обмен сейчас на Вальке. А чё не убьем королеву сразу? Попозже. Квартальных мы потом убиваем. Просто время тоже теряем, туда-сюда бегаем по 100 раз. Но мы сначала самых простых боссов убиваем, а на самое вкусное оставляем квартальников. А смысл, если мы на фул идем? Ну срываешь агро обычно, если, ну, если Woman смотришь там, срываешь агро, надо смотреть, чтобы ты на первую строчку не попал. Стопать дамаг. Короче, заходим. Вар, заходи. Вот этому полководцу можно станом сбивать вихрь. Или притяжкой. Ну и жабу ему еще дали. Насчет квартальных там, насчет очередности, ну, когда я буду в рейде, уверен, можем хоть через Синдру ходить. Вот этого зергайте. Сейчас посмотрим. Непосредственно уже на квартальных боссах, что к чему. Может, кто-то тактику забывает.
А вот для нас самый простой это прок, да, из портальных? Наверное, да. Мне кажется, да. А то помню, как в каких-то гильдиях мы проф, это для нас это был пиздец какой-то. Самый сложный босс. Там надо очень важно понимать, что вот слизень есть, и бьешь слизня. Нету слизня, бьешь босса. На лане там укусы надо передать. Самое главное, не проебать. Почему-то на Ване охотница про товар что-то, ну, уснул. Охотница была на этом, на ДКшнике. Танку, как обычно, короче, в этого хпала вместе полетаете. Скажешь, куда тебе хпала краба удобнее поставить? Или через лопа? А там запоминаю цель, ну я, по крайней мере, так нажимаю. Её нормально. Ноль, он через лопа. Вот этого моба зерга, типа велителя. Скоро кастовать начнет его ешка. Перекур после кого? После вальки? Перед профом? Хапау, ты через лока или через краба хилишь? На месте разберется. Поставишь краба в центре возле босса и все. Свое задание сделал. Так, все, эту охотницу убили, давай еще одну беру. Отстаков не умрешь, твои танцы? Не знаю, на мне нет. Не на варе нет, там три были. Убиваются быстро, либо станется, не успевают настакать. Они же через 3 секунды скидываются. Ну я помню, до 10 прям добивалось. Танк там страдал. Смотрите, притяжками там станами сбивайте. Блин, купол классный. А чё он дает, кстати? Инвиз палит. Видишь, змейка стоит, она плюет во все. Минус ФПС он дает. По 10 тысяч плюет. Это из-за нее войс у тебя лагает. Да не. Сейчас у меня вообще заебись, ничего не лагает. Вар, будешь справа, я буду слева. На вальке. Со стороны вара играйте рога с хантом, чтобы на него напуливать, ему тяжелее с огромным. У меня ВПшки, мне вообще пофиг. Там мобы сейчас сзади придут, один или два там вар заберешь. И копье берите, кидайте вальку. Я тебя копье уберете сейчас. Копье. Ну, кидайте. Макрос бы на него сделать, блядь. Может, есть у кого-то макрос на копье? Опять щиток, копье, берите, кидайте. Чтоб сумку типа не открывать, а то время теряется. Да можно просто на панель вынести копье. Ну, блять, на мою панель хер чё вынесешь, тут все забито и так. Так-то да. У меня у ДК самая свободная панель из всех классов. А ты на мою панель посмотри. Вон копье там справа. Два щитка, кстати, на вальке почему-то. Ёбаный покос. Один еще остался. Пиздец. Вы не пейте пока щит. А, это другой щит, он сбился. Это абсорб. Да? Макрос. Подумал. Макрос лучше, потому что просто ебанул его и все. А вон тебя макрос кинули. Где, в Диси? Нет, в чате. А как я оттуда скопирую? У меня нет аддона. Бросит копье, сука. Хорош. Это, не забегайте наверх, не забегай, спустись. Два моба бейте вон сзади. Их надо под вальку подводить, че вы там с ними стоите? Он один простой, не открыт. Ему даже каст сбиваешь, он начинает дорогу вставить.
А, точно. Кастеры ебучие. Ну вот, значит, Вероника и Танку. Можешь еще забрать с ними летать отправить. Нас на рейде и так до хрена. Да ничего, вдвоем захилят просто. Захилят Хулипал лучше и проще всех. Ну, если какой-то шаман хочет, пускай полетает. Ну, один только. Я думаю, это смысл. Два шамана, каждому шаману по танку. Вот, эрдружка там просто ОЕшку отхиливает. ДЦшка страхует, диспойлит, все, заебись. Инер по танку залейте по-быстрому. Друиды понакидайте инер. А, вон, нихуя, 4 инера. Все, проверка. Есть там краб или что-то, надо на метку на него поставить? Да, вон, вызвали, вижу. Все, ебанул квадрат. Все готовы? Все, на счет 3 побежали. Раз, два, три. Я слева, ты справа, вар. Ебаный рот. Толстого в последнюю очередь. Вот, есть подавители, вы стоите в толстого кастуете. Блять, я сейчас буду вас паником называть. Грилит. Подавление бьется в первую очередь. Этот толстый бьется в самую последнюю очередь. Спичка вышла. Поближе к морде Вальки стойте и бьются сначала это подавление, потом магия вот эти. Потом уже вся остальная параша. Валдырные, не валдырные. Так, что-то... Ну, с той стороны все время идут. Вон, ну это... 960 постоянно советую, да? Нормально. Нужно больше еще? Нет. Ну типа, если ты о камнях, то нет. Если чешку взять, то можем до 1200 разогнать. Без камней. Да, я знаю. Мага, мага, быстрее баните, до хапала идет. Сколько стаков у хапала? Не знаю. Так, да, просто, пускай сами скажут. Окей, сами скажете, просто научите его. Сейчас посмотрим. 35, не, еще надо. Наверное. У танку 29. Не, надо еще раз по-любому. Еще такая цена. Хочу купить Сардоль. Он стоит 3700. Хочу продать, он 2500 стоит. Ну, вот сейчас по 45. Да, нормально. Там такой спорный момент, конечно, уже почти 70%, но по 35 стаков. И можно было, наверное, попробовать. Да, нормально, и так, куда нам? Сейчас сразу на синдру идем тогда? Нет, на профа. Рядом.
На профа. Пробитель легких, блядь. Алкина надо? Нет. Я понял. Кому он еще? Я не представляю. Открыли бы портал, да пошли бы на профа. Кила, я все кольцо надо. Кольцо на танка. Так. И перчи. К профу подбегайте, там шкаф поставите и локи активируйте эту двери, чтобы закрылись. Там жуки прошли. Критхаст. Танку. На, забирай. Че, бежим. Я не знаю, сейчас разрулить можно вещи или можно потом. Там, наверное, что-то с первого босса. Да или со всех пораскидать. 40 минут еще. Там потом разрулим после профа. Ну, смотрите, как вам удобнее. Сейчас проф с первого трая 4 совы идут. И бать, нас одну группу можно собрать уже. Я видела 6 сов в рейде. В ГМГ. Я видел 7-8 фуриков видел на личе. Я видел 11 паладинов в святилище обсидиана. В этом, когда на Shadowlands, когда был этот замок Нафри, я только вышел, короче, там рейд закрывали в 20 сов. Просто 20 сов, получается, и один танк, по-моему, медведь. Конечно, 20 друидов. Я помню, тоже раньше такое делали. Либо рейд из паладинов, либо рейд из сов. Ну, не сов, а из друидов. У них там бур сильный, они там просто, сколько они бурсты нажали, и там бой что-то чуть больше минуты длится. Друиды топ-класс, могут хилить, могут дамажить. Засовы они вообще на всех... Топ-класс. Паладины то же самое. Отморозок, пошли. Умрёшь, похотайся. Ёптыть. Побежали. Чё за хуйня? Вы зашли наверх, что ли, что дамажит нас, блядь? Нет. Да, я зашел и портнулся. А чё дамажит? Не должно, не должно же дамажить. Странно. Я не знаю, всегда дамажил. Это я не помню. Так, Вар, в кукле сидел? Да, сидел. Отлично. А на коленках сидел? Маленький был, сидел, да. Чё, перед профом куранём, да? Да или нет? Или после профа? Давай после нет. Профа, как раз разраливать будем. Хорошо. Пошли профа бить. Короче, ты в кукле сидишь. Так, рдрушник похотаешь. Вот этих жуков убейте, а то бой повесился. Рдрушник похотаешь. Ну, пулять не будем. Сначала в куклю сядешь. 16 там раги, видим, тебя трегенишь. И это самое, и начнем. Присуньте меня, я заблудилась. Я сразу выпиваю, я их не оставляю, да, не подпиваю, просто выпиваю полностью. Все. Так, Зубрджин, я забыл, что тебе надо. Плечо? По-моему, да? Да, по-моему, это. Ну да, тебя хотать не будут. Ой, будут наоборот хотать. Ты просто выпиваешь лужу без остатка. Растягивать не надо. Экон, ты где там, блядь, что-то у тебя забагалось? Так, тебе вот это надо было, да? Так, все тут? Проверка. Плоский масло обновить надо. Рыбу ставьте, есть. Сейчас поставлю. Все помните, да, милики, что бьем слизня, там куда отлетать, все это вы знаете. Зири? Нет, бьем. Эки масло, аниманик, плоско масло закончились. И имя имен тут. Все, все готовы. Вар, иди пей, никто не бьет, там ешьте рыбу пока что. Кто на пельмешке? Пей столик. Пельмешки смотрите сами. Сейчас куклу похотаешь, рдрушник. Сейчас 16 день тяпнется и уже можно будет. Отойди от рейда, чтобы ты не расслышался. Отойди.
Вот так, 8, сейчас еще. Еще, наверное, 8 и все. Все, 16. Давайте, мелики приготовились, припоты приготовились. На счет 3. Раз, два, три. Поехали. И башим. Лужа кинется по виду потихоньку. Ну, по истерию забыл. Истерия, блядь. Отвожу. Сейчас будет зеленый, готовимся. Зеленого замедляю, или? Да, конечно. Слизня хуярим. Бегите перед лицом зеленого, чтобы к стене вместе с РДД отлетать, милики. Все, сейчас не бежать на зеленого. Сейчас выберет и уже добьете. Все, лужи пей. Убивайте слизня. И по профу играем 3%. 9 секунд. Переводим. Ждать не будем. Это, в слизня не плюешь сейчас, если он вызовет. 1%. Все, он сейчас к столу пойдет. Все, перефаза. Не плюй, не плюй. После стана будешь плевать, когда выберет цель. Потом он сейчас будет идти и выбирать еще. Милики, готовься сейчас тоже красного бить. 10 еще колбы останутся. Все, красного все бьем, вон пельмени полетели. 15 человек словило пельмени. Нормально. Так они бы рядом были. Прям вот только вылетели. Так они с профа, они с профа вылетают. Проф рядом с нами был, потому что. У меня они вообще прорисоваться не успели. Понятно. Так, сейчас зеленый, колба 15. Колба 3 секунды, сейчас зеленый, подходите, бейте, сейчас профа подведу. Все, подходим. В сторону РДД летите. Все, перед лицом зеленого бегите. Пельмени в вас летят. Дал незыбку на рейд. Добивайте. Их. 12 секунд колбы и красный скоро будет через 5 секунд. Сейчас смотрите, пельмени с профа полетят. И колбы. Подходите, милики. Все, побей пока босса немножко. Отойдите от красного. От красного отбегайте. Прям в колбы забежал Булкин. Отморозок, беги. Беги, Эрдрук. Отмороза креса и Булкина. Колбы 5 секунд. И пельмени в вас прям летят. Отмороза креса и Булкина. Сейчас. Колбы отошли. И зеленого хуярим. Фулбаф по Булкину. Бегите перед лицом слизня. Отбегайте, не бежите на слизня. Сейчас он цель выберет. И теперь бегите, бейте. Добивайте его. Примешки. Быстрее лужу здесь пей. Так, сейчас сюда немножко отведу. Колбы 7 секунд. РДД подальше встаньте туда. Подальше, видите, близко к вам проф. Опять не успеете отбежать от пельменей. Колба секунда. Колба. Немножко отходим. И красный. Играем уже РДД. У вас... Все, Кина, немножко босса побей. Только в колбы не забеги. Ты в колбы тоже хотел забежать? Не-не-не. Опасно. Будем еще одного слизня бить. Пил уже быстрее. Будет зеленый, короче. И колба 7 секунд, отвожу. Стоп дамаг по боссу, стоп дамаг, все стопнули, милики стопнули, все стопнули. 1% остался. Перемешки. Колба секунда.
зеленого все фулл ДПС. Две лужи пей. Дал незыбку на рейд. Окей, вам надо СС по паладинам раскидать. Все по зеленому играем. По танку надо будет СС. Все, РДД, это, начинайте, все, добивайте зеленого и переводите. Фулл ДПС. На танку СС, да, чтобы дал? Фулл ДПС по боссу. Сочный аниме не кореснешь после стана. Все, луж нету, нормально. На четвертом. Ты сказал, кто на кого там? Грилит на танку, имя имен на Найтмермон, киньте. На кого? Короче, нахуя на хулипала? Есть скромник, блядь. Я кину, да, диванчик. Да мне не надо это делать. А мне интересно. Мы всех трех паладинов можем это. Откидать СС-ами. Да зачем? Короче, ладно. Этот, первый диван танку будет давать. Готовьтесь, колба скоро. Ну, это, по крайней мере, таймер показывает. Вот лужа. Колбу, наверное, это он пропустит. Вот, нет, колбу дал. Отходим. Сейчас пока три стака. Четвертый будет, заберешь. Забирай. Все, танку по войду давай. И вставай сразу. Колба 7 секунд пока не веди. 5, 4. Отводи лужу, и там колба будет. Все. И пельмени бегите. Так, что там на тебе? 3, да? Угу. А, добьем нормально. Сейчас жибко откатится, блин. Что, забрал? Колбу в нем лежит, я вижу. Да куда ты? Что ты делаешь, Вар? Зачем? Забрал. Да, забрал. Что-то странно. Я не там, у тебя ничего не делал. Не знаю, что-то забагалось, наверное. Так, покоритель, покоритель. Мне нужен покоритель. Я вот не знаю, как с вами пароль или что сделать. Как блять, короче, хуй знает. Один кусок. В принципе, не к спеху. Да, сейчас. Нурик, я за тобой за это. Надо как вообще в рейде кому-то это. Танку. Букли. Гильдейский, кому-то это надо? Я бы на самом деле... Ага, надо. Морозку убить. Отойду. Все, вижу. Ну, кинь. Кидаю. Так, гильдейский завоеватель. Все, сейчас, короче, кому ничего не надо, там можете уже курить 5 минут, перекур. Потом идем на это, как оно называется? На королеву? Да. Все правильно. И вот эта параша бесполезная. А, не, это же, смотри, это же, я думал, это дробяшка. Это РДДшник, это скорость, меткость. РДДшники, кто из вас такое носит вообще? Всех нормально. Там афликом, наверное, скорость, меткость. Народ, надо кому-то мне ролить на вас? Маги. ШП мечи не носит. ШП не носит. Да, так-то хуйня, ну. Типа, если 245 какой-то, можно заменить. Чисто СПД апнуть немножко. Короче, танку кину там, смотрите, если вдруг надо будет. Все. Че там, ДБМ брейк? Оста там дыра, там нет дыры, сладко. Оста там СПД хи дохуя. В 25-ке мало, вообще не было ни в одной пухе этих камней. Все, курим. Прилив без дыры. После перекура разролим, чтобы все тут были.